Надеюсь, что добрый день. Позвольте мне поздравить вас с двойным праздником и с днем вашего тезвенитства. Позвольте мне поздравить вас с двойным праздником и с днем вашего тезвенитства и с двойным праздником, они так удачно совпадают, ну, собственно, непонятно почему. Я хочу вас и поздравить, и поблагодарить здесь за все, что вы делаете для нашей страны, для православных людей и еще для всех граждан. Потому что оценки важны представителей наших педагогических конфессий. Спасибо вам большое. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за добрые слова и за то, что при вашем непосредственном участии очень по-доброму развиваются церковно-государственные отношения. И на всех, можно сказать, уровнях. И одновременно очень правильно развиваются церковно-общественные отношения. И то, что происходит консолидация нашего общества вокруг фундаментальных нравственных принципов, из которых не может существовать ни личность, ни общество, является результатом наших совместных усилий. А если этот фундамент будет крепким, то крепким будет наш человек, наши семьи. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что здесь, в России, мы высоко чтим их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Дорогие друзья, Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. Но мы помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции. Благодарны народам Великобритании и Франции, Соединенных Штатов Америки за их вклад в победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах и подполье, в том числе и в самой Германии. Помним историческую встречу союзников на Эльбе, то доверие и единство, которые стали нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности. Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана Организация Объединенных Наций. Сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении споров и конфликтов. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. Наша общая задача должна стать выбором системы равной безопасности для всех. Системы адекватной современным обществам, построенной на региональной и глобальной внеблоковой основе. Потому что взаимодействие государства, церкви и общества – это, может быть, одно из самых главных достижений современного мира. И если оно будет это симфония, сегодня всех наших друзей.
я думаю, что это решится и наши новые проблемы. Представителям Украины, которые сражали создание новой России, России современной. Вместе с российскими военными по Красной площади пройдут парадные расчеты еще 10 тысяч. Это представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Непримиримое сопротивление фашистам оказали все. Россия, слава, ура, ура! На протяжении всей войны активно поддерживала. Голосуй за Путина всегда. Голосуй за Путина сегодня. Единым по разным строям. Уже глухие и правды военного. Поддержка всенародная. День победы на общем праздник. Великая Отечественная была битвой за будущее всего народа. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного поведения. Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей. Россияне, призываем всех за Путина и Владимира Владимировича голосовать. Путина и Владимира Владимировича на новый срок избрать. Все высшие тех, награды, кто не вернулся в свои земли, всех, у кого уже нет, объявляется минута молчания. Дорогие наши ветераны, вы главные герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Дал им возможность созидать и смело идти вперед. Сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся ради настоящего и будущего своей страны. Преданно служат Отечеству. С честью отвечают на сложные непринесные вопросы. Поздравляю, Юрий Яковлевич, скажите, пожалуйста, насколько важно взаимодействие общества церкви и государства? Будьте любезны, несколько слов. Родины. Ну, я говорю, нашей всегда, православие было, слава, скажем так, опорой государственности. И, праздник, на мой взгляд, очень здорово, что сегодня мы возвращаемся к своим истокам. Поэтому, бесспорно, церковь и государство должны взаимодействовать, церковь должна духовно окормлять граждан российских, а государство, ну, скажем так, где-то помогать. Юрий, поздравляем с высшими наградными орденами Медведю, Путину. Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей. Вы правы, я не мог об этом не подумать, и сам себя поймал на этой мысли. Я думаю, что мой отец, так же, как и миллионы, миллионы простых солдат, он был просто простым солдатом, имели право пройти по этой площади. Но судьба сложилась так, что не все могли пройти по Красной площади. Я очень счастлив, потому что и мой отец вместе со мной, вот сейчас в руках у меня его портрет, и сотни других, и тысячи других простых людей, простых солдат, тружеников тыла могут сейчас появиться на Красной площади, пускай и в фотографиях своих близких, но они это заслужили. Все традиции
возникает и просто так не исчезает, потому что люди приходят от всей души, от всего сердца. Они хотят почувствовать локоть товарища, локоть друзей, увидеть такие же лица, увидеть соратников своих предков. Это здорово. Мало что объединяет нас так крепко, как патриотизм, победа, война, горе. Горе и радость. Два приезда на века! Путина Владимира Владимировича! 17-24-й канал! Ура! Прекрасно! Поздравляю! Ура! Считаем, что это первое соглашение такого рода, но, очевидно, не последнее. В настоящий момент около 40 государств высказались в пользу того, чтобы провести переговоры о заключении подобного рода соглашений. Естественно, мы будем относиться к ним максимально внимательно для того, чтобы эти соглашения были полезны для наших стран. Ну а наших товарищей и по Евразийскому экономическому союзу, и из Социалистической Республики Вьетнам я хотел бы поблагодарить за большую, серьезную работу. Результаты проверок показали возросший уровень готовности войск к выполнению задач по предназначению. Уважаемый господин президент России, Верховный Главнокомандующий, мы рады вас встретить. Все поддержали, все участники. Болеть сроку Интерес, он не поддельный к этой выставке, и интерес приумножается. Поздравляем, все участники содержали второй срок. Президент, спасибо вам большое. Прекрасно, поздравляем, все поддержали участники богослужения. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича на 24-й год. Вышли на Республику Вене, колокольчик, героем нашей должности. Поздравляем вас с праздником Троицы, два президентских срока Путина, 2012-2014 год. Вышли награды Путину, Медведеву, Колокольчику, Зунову, Зотову, Родиону, Сагнову, награды Петрову, Медведеву. Поздравляем, тоже Путину, Медведеву. Спасибо. Вручите вашу руку, пожалуйста. Награды срока Путина! Насколько важно взаимодействие государства и Путину! 2012-2014 года! Когда? Прекрасно! Неделю Звездогорска! Сибирь и Садан! Говорит Путин, Звездогорск, Неделю! Ура! Прекрасно! Два президентских срока! Впечатление от церемонии награждения. Очень хорошая, и это новая традиция, которая в России возрождается. Традиция многосемейных людей. Я хочу такие большие семьи награждать, потому что их будет очень много. Спасибо вам большое. Поздравляем вас, Владимирович, поздравляем вас. Всем счастливым. Господин Чалов, господин Аксенов, мы поддержали. Близкие поддержали. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича.
Черный год. Поздравляю вас, Светлана Владимировна. Посвящаемся вами, Светлана Владимировна. Благодарим вас, Светлана Владимировна. Вас праздник, мы вас поздравляем. Это вас высшая награда. Получился такой замечательный портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ну, я его рисовала, потому что я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина, Путин президент наш. Мы за него особенно. А кто мы? Ну, вся семья наша. Мама? Ну, мама, папа. Мама, папа. И я в том числе, да? Да. Все. Он самый лучший президент в мире, правда? Отлично. Еще посмотри вот на портрет Владимира Владимировича. Срочно записываем, включаем. Путина показывают на праздник. Россияне, призываем всех за Путина Владимира Владимировича голосовать. Путина Владимира Владимировича на новый срок избрать. Все высшие награды, Нобелевскую премию президенту Путину Владимиру Владимировичу обязательно надо дать. Меня зовут Владимир. Это стихотворение я посвятил нашему президенту. Наша Россия, наш президент. В нем наша сила, право и честь. Ой, ура! Победа! Поздравляем! Бога счастья!
Счастья вам желаем! Ура! Россия чемпион, победа на века! Полиция России лучшая в мире на века! Армия России МВД лучшая в мире! Ура, победа! Россия! Россия! Наш президент! Крепость ветер яркой листой! Россия! Россия! Подвиг бессмертный! Помнят все люди! Армии нашей родной! Право и честь! Единая Россия! Все страна! Великой победы будет вечерне тысячи двенадцатый век. На полосе среди России? Конечно, сейчас все в Единой России. Поздравляю меня, я же это сам. Выбор-то выиграли. Да, я знаю. Я-то, ты знаешь, что я член Единой России? Да, слышу. Ну, поздравляю, сынок. Поздравляю. Ну, вот так вот. С большим отрывом выиграли, триумфальная победа. Знаю, я смотрю телевизор. Все остались, это самое, за бортом. Я телевизор смотрю. СПС остался за бортом. Знаю. Этот самый, как его? Знаю, яблоко. Яблоко за бортом. Иди! Ура! Начни маска. Папа. А это же Единая Россия. А? Немного у вас сейчас Единая Россия. Конечно, сейчас все в Единой России. Поздравляю меня, я же это сам. Выбор-то выиграли. Поздравляю, сынок. Поздравляю. Ну вот, вот так вот. Ваши впечатления от выставки? Я еще не успел осмотреть, но то, что это дело, которое наверняка заинтересует москвичей и гостей столицы, я убежден, прекрасно оформлено. Я так понимаю, третий. Все заходит, все внесет. Все стенды, потому что были стенды Императорского православного палестинского общества. И мы раз обсуждали вопросы о российской собственности на Святой Земле. И будем продолжать добиваться восстановления нашего народа. Спасибо. Скажите, пожалуйста, наша газета назвала главных политиков на курсе года президента России Владимира Владимировича Путина. И выставилась историческая инициатива награждения высшей награды православной церкви Андрея Первозванного Владимира Владимировича Путина. Несколько слов, ваше мнение. Я считаю, что эта инициатива, которая будет рассмотрена учителем Андрея Первозванного, безусловно, вклад, который президент вносит в развитие нашей страны, заслужен самой высокой оценки. Я как член правительства стараюсь сделать так, чтобы это было значимо внешне. Пожалуйста, да. Россияне, голосуйте за президента Путина! Ура! Мы счастливы! Сегодня день Конституции, и все члены нашей семьи и члены редколлегии газеты «Любимый президент» собрались, чтобы отметить этот замечательный праздник. Поздравляю всех россиян! На выборах в Государственную Думу победила Единая Россия! У Единой России такой лозунг: мы вместе с президентом. И в ближайшее время будут выборы президента Российской Федерации 14 марта. Вся наша семья будет голосовать за Владимира Владимировича. Прекрасно. Мы все будем голосовать за президента Путина. И призываем всех россиян голосовать за президента Путина Владимира Владимировича. 3-4, сейчас скажем. Россияне, голосуйте за президента Путина. Давайте, 3-4. Россияне, голосуйте за президента Путина. Единая Россия. А? Там на кухне сейчас Единая Россия. Конечно, сейчас все едят. Поздравляю меня, я же это сам. Выборы-то выиграли. Да, я знаю. Я-то, ты знаешь, что я член Единой России? Да, слышу. Ну, поздравляю, сынок. Поздравляю. С большим отрывом выиграли, триумфальная победа.
знаю, знаю, я смотрю телевизор. Все остались это самое, за борту. Я телевизор смотрю. СПС остался за бортом. Знаю. Этот самый, как его? Знаю, яблоко. Яблоко за бортом. Иди! Ура! Давай снимай экран. Дим, это тут мы сами фотографируем. Назад, мать, пусть молодец, на 24-й года. Деяния, призываем всех за Путина голосовать. Путина на новый срок избрать. Все высшие награды и Нобелевскую премию президенту Путину Владимиру Владимировичу обязательно надо дать. Поддерживаем! Поддерживаем! Меня зовут Владимир. Это стихотворение я посвятил нашему президенту. Наша Россия, наш президент. В нем наша сила, право и честь. Твои картины были на международной выставке книжной. Мам, что ты скажешь? Вы их подарили в Стокгольм, в Нобелевский комитет, вместе с картиной моей дочери, Елены. Вот. Пап, ты согласен? Мы надеемся, Викочка, что... Ты еще очень много прекрасных картин нам нарисуешь. Нарисуешь? Да, мы все любим твои картины. Целуй. Милиция порядок охраняет. И на служение Родине всех Путин Владимир Владимирович вдохновляет. Жизнь свою всю посвятим спасению отчизны. В этом главный смысл жизни. Иисус Христос. Министр МВД. И на Бог дали просьбу партии «Единая Россия» Медведь Медведь самый лучший мир в КПР. Владимир Владимирович Путин Потому что мы все очень любим нашего президента нашей страны, да? Потому что мы все очень любим нашего президента нашей страны, да?
Прекрасно, вот мы сейчас с ним, ты просто замечательно, гениально, ты здорово, ты просто здорово, так, кого ты нарисовала? Владимира Владимировича, да, это наш президент. Вот, хорошо, молодец. Ладно, молодец, доченька. Так, доченька, скажи, пожалуйста, вот как у тебя получился такой замечательный портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина? Я его рисовала, потому что я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина, Путин президент наш, мы за него голосуем. А кто мы? Ну, вся семья наша. Мама? Ну, мама, папа. Мама, папа, ну, и я в том числе, ну? Да. Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Молодец, молодец, доченька, отлично. Еще посмотри вот на портрет. Ура! Победа на века! Замечательно. Ура! Поздравляем с вами президента Сирока Путина! Сирока Путина Владимиру Владимировичу! Поздравляю вас с высшей наградой за единство, веру и славу России. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент вашего семьи. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Поздравляем с высшим наградным орденом за веру и славу и единство России уважаемого президента России Владимира Владимировича Путина, уважаемых Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путина, наша Россия, наш президент, наша сила, право и честь. Поздравляем вас, уважаемый господин президент России Владимир Владимирович Путин и вашу многоуважаемую супругу, госпожу Людмилу Александровну Путину. Ваших прекрасных дочерей, уважаемую госпожу Екатерину Владимировну Путину, уважаемую госпожу Марию Владимировну Путину с высшим наградным орденом за единство, веру и славу России. На кого сейчас единились? Два президента срока Путину! Путину! Поздравляю! 2024 года! С большим отрывом не будет. Телефонная карта, я знаю, знаю, я смотрю телевизор. Иди! Ура! Ура! Поздравляем!
помощи достижения современного литературного кинематографа и музыки, Лисовская группа «Несерман России» с «Героями России» создали подпечатки с «Героем России» сценарию аналогичного того, который мы сегодня видим. В описании как бы. Ну-ка, да, Катя. Энергетики. 70 лет Великой Победе. Автор Нестор Маклицкий. Гуманитарную составляющую. Как мы ее снимем, это просто замечательно. Гениально. Вот когда все это будет это сделано, здорово. Сказать, что, мы это просто здорово. Так. Кого ты нарисовала? Владимир Владимирович, да, это наш президент. Хорошо, молодец. Ладно, молодец, доченька. Так, доченька, скажи, пожалуйста, вот как у тебя получился такой замечательный портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина? Ну, я нарисовал, потому что я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина, президент наш. Мы знаем два сына. Так, а кто мы? Ну, вся семья наша. Мама? Мама, бабушка, дед. Мама, папа, дед. И я в том числе, да? Да. Все. Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Вот. Ладно, молодец. Молодец, доченька. Отлично. Еще посмотри вот на портрет Владимира Владимировича. Вот. Замечательно. Поздравляю вас с высшей наградой за единство, веру и славу России. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, член ваших семей. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Красивую военную форму, такая красивая. Нет, за наш
все. Мы все поздравляем. Сегодня как? Поздравляем ангела. Сегодня день святого Владимира, как раз день крещение Руси, ВМС, ВДВ. Алло, Уголов, сегодня день Майдмаку Фута, крещение Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вам поздравляю. Поздравляю, крещение Руси. Поздравляю с праздником, ВМС, ВДВ. ВМС, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент. Прекрасно. Россия вперед. Россия на века. Слава. Наша Россия, зачитаем. Сергей Семенович Собянин. Я рассеял, что я не могу, 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 что я не могу
Поздравляю! С праздником Крещения Руси, ВМС, ВДВ.
Алло, алло, сегодня день Москвы суток, крещение Руси. Поздравляю с праздниками. Поздравляю. Крещение Руси. Ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю! Поздравляю, крещение в России! Поздравляю с праздником, ВМФ, ВДВ! ВМФ, ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший президент Владимира. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, мечта! Россия, армия в лучшем мире! Российская! Победа! Россия вперед! Владимир! Молодцы! Елена Петровна! Владимир! Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Александрову, нашим учеником Ирину. Желаем и весь российский народ, желаем здоровья, счастья, успехов и всего самого-самого доброго. Готовы за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину и слава, и ура, ура, ура! Потому что мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? За Машу, Катю, да?
Вот, потому что мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? Ну хорошо, ну. Всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина.
навсегда. Он возродил Россию на века. И президенту